Привет! Я вас приглашаю сегодня посмотреть, как я делаю мороженое из бананов. Я режу бананы маленькими кусочками. И если я хочу, чтобы мороженое было немножко слаще, то я держу бананы немножко дольше, чтобы они созрели, когда уже начнутся. Для вас я здесь все приготовила уже. Значит, здесь замороженные бананы. Ягоды замороженные. Одну ложечку столовую ашваганда. Какао, порошок какао. Если вы хотите, чтобы был шоколадный вкус, тогда ложите какао. Я люблю какао. И порошок мака, тоже очень-очень полезный. Протеиновый порошок. Этот протеиновый порошок производства Sun Warrior. Я поставлю в комментариях. Ну, я тут опять для вас все приготовила. Вот уже взбила и все прибрала. Значит, получилась такая прелесть. Вы только полюбуйтесь, какое мороженое получилось. Настоящее мороженое. Какое вкусное. А какое полезное. Можно орехи туда добавлять, взбивать. Фантазируйте, что вам нравится. Как же вкусно! Я уверена, что вам понравится. Пожалуйста, попробуйте этот рецепт. Пойду сделаю фотографии, на солнышко вынесу, поставлю и сделаю красивые фотографии. Правда? Хорошая идея.